Стеклянный графин. Будем его декорировать с помощью краски по стеклу и керамике. Для этого тонируем его в черный цвет. На готовый фон линерами разных цветов наносим красивые геометрические рисунки. Краска по стеклу и керамике кристаллизуется при комнатной температуре в течение 3 суток. Ее не нужно запекать в духовке, она высохнет и затем не смывается водой. Благодаря наивному детскому рисунку стеклянный графин превратился в стильный атрибут современного интерьера.